И вот они такие, битвы за американский рынок. Ну, за машины недорогие и для каждого. Конечно, Hyundai работала и на Европу, и на правый руль. Таурусы были только в левом руле. Но какого-то ляда Hyundai продавалась достаточно круто. То бишь, давайте сравним. Таурус — это 50 тысяч, Соната — это 20 тысяч, Камри — 400 тысяч. Вот так американцы просрали свой рынок. А жалко. Что касается этого поколения Сонаты. Все, что не смогли продать, купил Таганрог. Тут вообще прикол. Прикол именно корейский. Но если на американца, как и на японца, запчастей куча, то основные части машин Корея продает всем. То, что не продалось, это Россия. Типа Таганрог. Туда же и Сангьянг, и Hyundai, и Kia. Все в рашу. Машины, конечно, хорошие, но, блин, не бить. И вот она участь нашего автопрома. Продаем то, что не продали другие. Ну а почему нет? Хотите иномарку? И не хотите переплат? Вот вам предыдущий вариант. С движками 2 литра, 2.4 Sirius, та же рядка E4, 2.5 и 2.7 Delta с неидиотскими силами. И при этом в этой ценовой категории есть такой сегмент, как тот же самый V6, ну и двигатель всего на 300 кубиков меньше. И, соответственно, этот двигатель мощностью 173 лошадиные силы, он дефорсирован. То есть, ну не надо гнаться за лошадьми, а надо гнаться за объемом, потому что в объеме скрыт замечательный крутящий момент. И этот крутящий момент позволяет вам ехать и в горку, делать экстренные обгоны, переключаться на пониженную, и в результате безопасность. Нормальная, большая, комфортная машина. Но купить такую сейчас геморрой. На рынке в лед улетает только вазики. Все, что дороже 150 тысяч, будет стоять. И стоять будет долго. Теперь как отработать? 2 года в такси. Может быть, такие машины и пашут. Но потом ушатайка. И, пожалуй, да. Так что, господа, если вы хотите автомобиль на каждый день, она не должна стоить более 130 тысяч рублей. В остальном кривые понты. Это ваши кривые понты.